Здравствуйте, дорогие подписчики. Хотел вам продемонстрировать бои, которые устраивают канарейки. Вот даже, если сейчас, не знаю, в камеру плохо видно, у Кеннера в клюве перо осталось. Он выдрал с канарейки перо. Но до этого канарейка его так метелила по клетке, что он, бедняга, не знал, куда деться. Вот именно эта пара долбят друг друга конкретно. Пока я бегал за телефоном, за камерой, тут все остановилось. Но процесс был прям страшный, хоть рассаживай. Ну ничего, сейчас они повоюют, потом снесут яйцо. Вот боевая самка, вот боевой кеннер. Вот я специально отошел подальше, чтобы не смущать. Вон кеннер оккупировал кормушку и не пускает самку, видите, да? Сейчас он ест. Вот понаблюдаем немножко. Вот так мы сможем наблюдать сразу за двумя парами. Вверху и внизу. Не забывайте подписываться на мой канал. Вот соседние кеннера, которые одни остались, они поют, тут распеваются. Это вот молодые кеннера поют. В общем, как говорится, вот такая дребедень у них тут целый день. То самец гоняет самку, то самка гоняет самца. Вот ниже, здесь более спокойные ребята. Самец поел, теперь у него силы восстановил, можно и самку погонять. А до этого я пришел, слышу какое-то пищание странное. Смотрю, самка села на самца сверху. Как бы это все происходило на полу. И он кое-как на четвереньках ползет, а она на нем едет и еще клюет в голову. А он пищит, как мышонок. Ну вот. Теперь его очередь долбить. Вот видите, упали. Сейчас они адаптируются, камеры не будут бояться, и боня будет тут нормальная. Как близко подхожу с телефоном, они прекращают свой ажиотаж. Обратите внимание, что гнезда еще нету. Я их вчера постирал, вот они сейчас подсыхают. Сегодня собирался сделать видео, чтобы показать, ну, также хотел показать поведение, комплектацию этого гнезда, что туда делаю, как обрабатываю, кормление, ну, в общем, все вот это хотел описать. Но не дождались они. Устроили драку, думаю, сниму отдельное видео, как по поводу поведения канареек. Многие просто подписчики пишут, спрашивают, то самка дерется, то самец дерется. Ну, волнуются, переживают люди. Вот этим видео хочу сказать, что не волнуйтесь, не переживайте. У канареек это не то, что норма жизни, просто встречаются такие пары, которые дерутся. Вот, допустим, на моем примере из четырех пар долбится слишком сильно одна пара, вот они. У них клетка, кстати, номер 13. Это старая цифра, там карандашиком написал новую цифру, двоечку сделал. Просто нумерацию буду менять. Клетки тут разные, вон и девятка, 13, 25, 4. В общем, перенумерую нумерацию, потому что клеток меньше стало, а номера большие. Ну, тем не менее, номер 13. Там война. Вот смотрите. Это верхний этаж. 4 этажа. 5 этажей я сделал клетки. Так удобно кормить. Выше уже неудобно. Надо
стремянку таскать с собой. Ну тут вот они просто прыгают, танцуют, летают. Ну драки как таковой нету. Здесь мы наблюдали прям конкретные драки. Здесь ниже тоже какие-то у них переговоры, перелеты. Он крыльями машет. Это самец на жердочке. Так, здесь темно. Темновато. Здесь еще зеленый самец у меня сидит. Куда я потерял? Вот тут. Видно, вот самочка желтая. А вот самец. Вот таким цветом. Я вообще планировал этого самца споровать с самкой другого цвета. Сейчас покажу. Вот она, самочка. Планировал зеленого самца с этой самкой споровать. Но желтая, к сожалению, у нее степень созревания больше. У нее уже брюшко опухло, там надулось лучше, чем у этой. Думаю, это еще подождет. Сейчас, пока он ту на яйца посадит, зеленый самец, пойдет к этой самочке. В прошлом году они мне дали прекрасных зеленых киноров и кинореек. То есть у них чисто зелень получилась. Там на предыдущих видео я показывал зеленого самца. Это вот от этой пары, от этой самки, от зеленого самца. В этом году решил с желтой посадить. Посмотрим, что даст. Желтый самец, зеленый самец и желтая самка. Посмотрим, что даст. Вот опять мы видим, самец кушает, самка прыгает. Он ее даже, в принципе, кормушки не пускает. Напоминаю вам, что сегодня, вот вчера я вечером посадил, сегодня у них полноценный первый день. То есть они утром вместе встретили рассвет, увидели друг друга и начали вот тут устраивать свои драки, не драки. Самец поел, и теперь самка, обратите внимание, теперь самка атакует. Она вот сверху встала в позу, и буду сейчас долбить его. Замерла. Вот, пожалуйста, теперь самка долбит самца. Ничего страшного тут нет. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Песню во время видео исполнял Кеннер, которому 10 месяцев, йодистый окрас. Сейчас я вам его продемонстрирую. Вот этот Кеннерочек пел.